Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас снова приветствовать на нашем канале про тюнинг. Меня зовут Игорь, и мы начинаем очередную неделю того, что у нас происходит в тюнинге и какие машины мы делаем. Позади вас находится полная парковка машин. В цеху у нас машин не меньше, все машины места заняты, потому что начинается сезон. Как видите, на улице уже вышло солнце, можно стоять в рубашке, даже так жарковато немного. И поехали уже к тому, что мы делаем в стенах нашего тюнинг-центра. Итак, перемещаемся на первый пост. Тут у нас стоит новый Range Rover, и эта машина приехала к нам, естественно, на оклейку полностью всего кузова в полиуретановую пленку. В прозрачную, глянцевую, чтобы у нас остался тот самый прекрасный заводской вид, но при этом машина была защищена. Но тут у нас не просто оклейка полностью всего кузова, дополнительно мы сделаем еще оклейку всех элементов внутри салона, оклейку по наружной части всех маленьких молдингов, вставочек. В общем, машина будет прям максимально защищена до всех мелочайших деталей. Ну и после этого мы здесь делаем еще и шумоизоляцию дверей, напыляемую шумоизоляцию днища, несмотря на то, что это премиальный внедорожник Range Rover, у которого и так с завода неплохая шумоизоляция, но никогда не бывает предела совершенства, и всегда можно сделать еще немного лучше, что, собственно, и захотел владелец этой машины. А вот на примере следующей машины, это у нас Lexus RX, можно рассмотреть пакет оклейки не полностью всего кузова, а только все необходимые зоны риска, которые чаще всего на машине страдают. Естественно, это передняя часть машины, тут у нас заклеивается так называемый премиум пакет, в который входит оклейка капота, передних крыльев, переднего бампера, оптики. Также заклеиваются у нас вот эти вот стойки, которые идут по бокам лобового стекла. Делается полоса на крышу, чтобы у нас камушки, которые прилетали сюда, тоже не повреждали лакокрасочное покрытие машины. Дополнительно заклеим крышки зеркал, зоны под ручками дверей, порожки именно внутренней части, когда вы открываете дверь, и зону погрузки багажника. Такой вот небольшой пятачок на заднем бампере. Вот это все входит в премиум пакет. И все эти зоны чаще всего на машинах страдают, и такой вариант, еще раз повторюсь, можно рассмотреть помимо полной оклейки кузова автомобиля. Еще на этой машине мы также заклеим элементы салона и сделаем тонирование полностью всего автомобиля. А сейчас будет лайфхак для владельцев Toyota Land Cruiser Prado, как сэкономить на внешнем виде своего автомобиля. Вот человек нам приехал собственно, Prado. Машина у нас стандартный цвет, белый глянец. Но я думаю, многие видели, что у Toyota есть еще такой очень красивый жемчужный цвет, который очень классно переливается на солнце. Так вот, владелец решил пойти немного иным путем, не доплачивать за эту покраску дилеру, собственно, не заказывать машину другого цвета, а приехать к нам и заклеить ее в пленку, тоже виниловую, с жемчужным цветом, но она у нас будет матовая с сатиновым эффектом. То есть человек на самом деле сэкономил на этом приличную сумму денег. Дополнительно мы здесь делаем еще установку парктроников на передний бампер автомобиля и установку видеорегистратора. В общем, такой стандартный набор, который обычно делают у дилера, можно, в принципе, сделать и у нас. Я вас уверяю, что это будет точно дешевле и в разы по качеству лучше. Поэтому точно обращайтесь к нам за вот такими вот услугами на, в принципе, любой автомобиль, даже на самый новый китайский и не только. А на этом посту у нас не все так радужно, и здесь вы видите наглядный пример того, что будет, если автомобиль покрасить некачественно, не по технологии, и после этого оклеить его полиуретановой пленкой. Машина приехала к нам на то, чтобы мы пленку сняли, потому что со временем она подизносилась, и переклеили ее по новой. Но при демонтаже выяснилось то, что переднее крыло и передняя дверь были крашены, да причем крашены как? Без грунта, без ничего, просто заматывали заводской слой краски, и на него уже, собственно, положили базу и лак, что нам не обеспечивает нужной адгезии, то есть прилипание материала к металлу автомобиля, либо к предыдущему материалу, который здесь у нас был. И вот что, собственно, и произошло. Пленка просто сошла с краской. И сейчас очень важный момент, хочется заострить внимание на этом, на том, что это не происходит со всеми автомобилями, не бывает такого всегда. Просто многие любят в комментариях написать, что вот полиуретановая пленка всегда сходит с краской. Нет, вот у нас автомобиль полностью расклеен, капот, остальные все элементы остались своей заводской краской, даже бампера. Но вот как раз таки эти элементы, которые были покрашены у нас некачественно, они у нас, собственно, вот так вот и пострадали. Сейчас это все будем исправлять, перекрашивать, и уже, скорее всего, после этого будем оклеивать машину по новой полиуретановой пленкой, чтобы она была просто как новая в идеальном своем внешнем виде.
Во всех деталинг-центрах есть такая закономерность. Чем больше солнечных ярких дней в году, тем больше черных машин, да и не только, приезжает на услуги детейлинга. А вот именно BMW X7 приехала к нам на полировку всего лакокрасочного покрытия и последующим нанесением керамики. Здесь у нас не было каких-то сильных затертостей, потому что автомобиль сам по себе достаточно свежий. Просто обновим тот самый блеск, который должен быть на этом прекрасном цвете кузова, и плюс еще и под керамикой машина очень сильно заблестит и будет, ну вот прям как леденец. И самое главное, что керамика нам даст не только блеск и защиту от различных повреждений, я не говорю сейчас про пескоструи и камушки, а про химические повреждения, то есть это ожоги от неправильной мойки автомобиля, когда химия у вас высыхает на кузове, допустим, птичий помет и различные, что у нас появляется на кузове, то же самое с деревьев у нас часто капает, это все въедается в лак, вот от этого может защитить керамика. И плюс у нас еще и появится гидрофобный эффект, то есть на будущее машину будет гораздо легче мыть, вся вода с нее, с грязи будет просто стекать сама по себе. И из-за этого, на самом деле, вот многие даже этого не учитывают, но вы, потратившись один раз на керамику раз в год, вы сэкономите в будущем на последующих мойках, потому что, во-первых, будете реже просто мыть машину, и она будет легче гораздо отмываться. Так что пока что у нас только начинается сезон, скорее записывайтесь, потому что в скором времени уже будет большая очередь, и будет просто сложно попасть в наши стены, чтобы сделать качественный детейлинг вашего автомобиля. А если вы смотрели предыдущие наши выпуски, где мы рассказываем, что у нас происходит за неделю в стенах ProTuning, то я думаю, вы помните эту машину, это BMW 850i Golden Thunder, что переводится как «Золотой гром». Это эксклюзивная версия, которая прямо с завода шла вот в таком вот исполнении. Матовый лак на кузове, вот такие вот акцентные элементы в виде золотых полосок, золотых колес и так далее. И ранее мы расклеивали на ней капот. Изначально думали, что поменяем внешний вид автомобиля, сделаем его каким-то необычным и не таким, как все, но владелец решил, что машина все-таки эксклюзивная, таких крайне мало. Я, честно говоря, не видел больше вот таких вот автомобилей, только вот та, которая приезжает очень часто к нам. И решили оставить ее внешний вид таким, как она вышла с завода. В общем, переклеили капот, заново нанесли защитное покрытие на кузов в виде керамики, и она дальше будет продолжать радовать своего владельца таким классным внешним видом. Вот владельцы BMW любят тюнинговать свои машины, как никто другой. Неважно, это старый кузов машины или новик. Вот, например, к нам приехал BMW X5. Это последний рестайлинг. Машина заехала к нам на установку карбонового обвеса. Видите, мы уже начали установку, поставили верхний спойлер. И тут, на самом деле, будет очень много этих элементов. Это сплиттер переднего бампера, вставки в этот самый передний бампер, диффузор заднего бампера, который состоит у нас из двух частей, спойлер, который здесь будет два, на верхней части крышки багажника и снизу под стеклом также установится. Здесь же будут у нас стоять пороги. И на самом деле обвес выглядит очень классно. Я люблю, когда в плане дизайна обвес какой-то кастомный продумывают под стилистику автомобиля. То есть не придерживаются какого-то своего стиля, который прослеживается у разных компаний во всех автомобилях, а конкретно под каждую машину продумывают, чтобы оно очень хорошо сочеталось. Мы сейчас поставили спойлер, и смотрится он на самом деле так, как будто бы он с завода должен был стоять на этой машине. Сейчас совсем чуть пройдет времени, пока мы установим этот обвес, и уже покажем вам его в готовом виде. У нас все, как видите, к нам заезжают новые машины, которые попадут уже в следующий выпуск, который вы увидите ровно через неделю. Поэтому оставайтесь на связи, будет еще больше интересных проектов, потому что только начинается сезон, выходят все-таки вот эти вот яркие солнечные дни, и все больше интересных машин с каждым днем к нам будет приезжать в ProTuning. Обязательно подписывайтесь на наш канал, на котором выходит это видео, напишите, какая машина вам больше всего понравилась из этого выпуска, и обязательно поставьте лайк нашему ролику.